Здравствуйте. Ножницы Хако. Включаем главный включатель. Окей. Включаем питание. Нот-стоп проверяем. А, второй нот-стоп. Кнопка старт. Освещение. Дальше. Давайте с этих начнем. Максимальный угол. Средний угол. Максимальный угол. Нержавейка и сталь толще 2 мм используйте 3 градуса, максимальный угол. Это для более таких тонких работ, деликатных. 0,5 мм, миллиметровка. Можете плоский угол использовать. Задний упор, максимум, минимум. Всегда подходим сзади вперед, допустим 600 мм. Подводка, да? Да. Всегда исключите люфт, подходим сзади вперед. Так, дальше. Проходим назад. Значит, эти ножницы могут кусать 6 мм. Здесь у нас зазор между ножами 1, 2, 3. Верх это минимальный. Нижнее положение. Нижнее положение. 6 мм сталь. Максимум четверку, в принципе. 6 мм сталь. На третье положение. Здесь где-то от 2. 2-4 мм. Ну, в принципе, 2 мм можете на минимуме. Обязательно две стороны, обе. Угу. Так, нержавейка. Нержавейка всегда остается на минимальном. Угу. Хорошо, сейчас я вам покажу, как мы будем кусать нержавейку 0,7. Нержавейка 0,7 у нас 6,9 мм 7 минимальный. В данном случае можете использовать самый плоский угол. Так. Зазор остается между ножами. Сейчас я назад отойду, еще разок сюда, не? Подожди, у меня здесь, ну вот, пожалуйста, никаких заушниц нету. Все отлично. Дай назад отойду. Сейчас, на место разложусь. Отходим назад и извлекаем ту полосочку. Она упала. Вот, пожалуйста. Ножницы очень хорошо проверять на тонкой стали и крепкой стали. Это Inox 0,7. Давай. Режь! Окей? Давай! Переходим к стали. 2 мм толщина. Зазор между ножами может остаться тот же самый. А угол давайте возьмем уже хотя бы средний. Задний упор. Сталь, да? Сталь 2 мм. Угу.
забываем о том кусочке, который откусили. Когда все установили, можете в задний упор немного отойти назад. Сейчас можем немного подвинуть задним упором. 15 мм. И чтобы не форсировать задний упор, немножко отходим назад. Не забываем нержавеющую сталь. Зазор между ножами минимальный. Позиция 1. И угол. Время, свет, там видно. Когда будете работать с маленькими кусочками, это линии обреза будете видеть. Здесь передний упор вот он лежит здесь. Дальше. Также. Здесь уровень масла. Немножко подольем назад. Для сервиса смазываем пистолетом вот здесь этот ниппель, здесь стрелочка показана, здесь этот ниппель, здесь направляющий просто, здесь еще один, направляющий смазываем просто можем кисточкой, литол, не особо специальное смазывание. Дальше кардан идет на задний упор, здесь масленка, там масленка, там масленка, шестеренка, здесь направляющий, потом этот шпидель вязочный. Чего еще? Если задний упор у вас лево-право больше не соответствует, тогда здесь можете подрегулировать. Здесь шестигранником. Немножко этот болт опускаете, это здесь регулируете. Дальше здесь то же самое. Макстонки пистолетом. Раз, два, три, четыре. Вот здесь кардан. Тоже масляночки. Остальное можете кисточки. Обычно. Электрический шкаф. Там внизу находится ключ. Висит здесь. Для регулировки ножниц. Вот этими блоками. В принципе все, ножи заточены, 4 режущие стороны,
все, шикарно. В принципе, все. Ключ можете извлекать, это не залез. Спасибо.